Привет, друзья! Это истинный исследователь. Да славится имя мое. Обзор внешней материнской платы. Пока она вынута у меня. Asus A88X Plus. Asus просто кругом валяются эти мамки. Там в каждом магазине половина, чуть ли не мамок, этих асусовских. Неплохой производитель. Ну, на самом деле, как бы ничего особенного я не вижу в их продукции. Можете любого производителя покупать. Посмотрим эту плату конкретно. Так. Это старые два разъема. Ой, три. Они уже особо не нужны. PCI-Express. Я недавно прочитал, что вываливаются видеокарты, разламываются. И действительно, вот посмотрите, он меньше, уже и по высоте меньше. То есть Дегра азиаты, PCI-экспрессы сделали специально менее крепкими. И видите, контакты тоже более мелкие сделали. Они, видите, более плотнее. Ну, ясно, огромные видеокарты вываливаются. Дебилоиды сраные. Так. Диодик. Это здорово видно, когда включил. СГАО чип. ТПМ не распаян. Что за скоты? Ну, сделали на плате, так распаяли бы сучье. Это цветами бы пометили, как в Гигабайт. Эти бы стороночку бы я развернул. Это BIOS, как я понимаю. Вынимать его можно, но это здорово. Это датчик температуры, наверное. Это качественный разъем USB 3.0, потому что он слабый. Здесь два разъема питания. Нагрузка самая большая на плату идет. А крепления никакого нету. Великий Asus. Экономит, короче, делает, чем стандарт ATX. Кнопочка тестирования памяти. Наверное, хорошая штука, мне не пригодилась. Разгон процессора тоже, наверное, хорошая вещь. Я не попробовал. Диги ГПУ, управление питанием каким-то тоже особо не задействовал. Питание 4 пин. Ну, хорошо бы было 8. Да ладно. Радиатор. 6 фаз, как я понимаю. Здесь тоже, наверное, греются эти детальки. Но радиатора нет. Здесь радиатор есть. Угу. Ну, какой маленький чип. Это сетевуха, что ли? Я понял, такая маленькая-маленькая козявка. Так. Этот сокет FM2B, здесь он FM Plus называют. У AMD на ножках процессоры. Это херово очень, конечно, ножки гнутся. Я придумал бы, если ножки делать, то ножки им просто потолще нужно в диаметре в два раза сделать, чтобы они так не гнулись. Либо снаружи сделать такой бортик железный, который предохранял бы, вот, если упал бы процессор, то он бы не, ножки бы не гнулись. Такой снаружи просто вот одеть на краешек там бортик. Здесь, ну, это нафиг не нужно, устаревший порт. DSAB, по-моему, перестали бы уже делать, достал он, хотя он до 1500 строк держит, что вполне неплохо. USB 3.0 только две штуки сзади, ну опять USB 2.0, звучок, который, я считаю, нафиг не нужен в материнских платах, и видео не нужно встроенное, херня все это. Если бы хотели, делали бы отдельно офисные компьютеры. Они во все пихают эту санину.
гандоны ебучие. Вот такая вот, в общем, платка. Здесь какие-то их разработки. Control не использовал, по-моему, фигня. DDVRM, ну, неплохая штука. Графика встроенная нафиг не нужна. Память, ну, наверное, неплохо. Разгон GPU тоже пустой прогон. USB 3.0 Boost ускорение. Даже не понял, что это ускорение. Wi-Fi BIOS Turbo V, блин, Turbo V. AI Suite, это какой-то программки. SATA Rate, это хорошо. Crossfire не использовал. Это анти-макруха, отлаги что ли. Ну да и все. А, вот еще надписи. Управление вентиляторами. Твердотельные эти конденсаторы. Вот они, как я понимаю. Ну, это здорово. Гигабитная сеть. Это хорошо. HDMI. Ну, я говорю, встроенные видео не нужно. Под вентиляторы здесь. И еще внизу обычно делают. Блин, почему-то здесь тоже внизу нет. Тут перестали уже внизу делать. Ну ладно. А, и вот. Ком. Херня вообще. Нафиг он нужен. Вот такая вот платка. Неплохая, но ничего особенного. Пока, ребята. Это был внешний обзор Asus A88X Plus, истинный следователь. Как всегда, велик.